последнее время все больше внимания власти округа стали уделять благоустройству лесопарковых территорий. Это вполне объяснимо, так как экология все чаще вносит свои коррективы. И в городе все более остро ощущается нехватка мест, где видновчане смогли бы отдохнуть на природе. И вскоре такая возможность у жителей появится. Сейчас разрабатывается концепция на 22 гектара. Это от Металлурга, вот эта зона. Со стороны Металлурга, как люди привыкли, будет основная входная группа. На очередном заседании представители общественного совета парков обсудили концепцию благоустройства лесопарковой зоны за стадионом «Металлург». У нас состоялась фокус-группа, все желающие жители могли записаться на их участие, где жители могли высказать свои предложения, замечания, что им нравится, что бы они хотели увидеть в парке. Они прошли, и проектировщики, да, с кем заключен контракт, на основании всех этих мини-жителей, они дают свою презентацию, как они видят развитие лесопарковой территории. На встрече были выслушаны все замечания и предложения. После голосования членов советов парков комплексное предложение отправят на утверждение в Министерство благоустройства Московской области и по решению начнут работы по обустройству нового парка. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.